на второй. Понятно, да, идея? Ну, не буду укладывать. Так покажу. Мотаем то же самое. Ну, не получилось первого раза ничего. То есть замотали выше ушей. Вот здесь уши являются, так скажем, важным компонентом этой повязки. Значит, дальше, смотрите. Можно пойти по-разному, снизу или сверху. Мотаю, иду под ухом и закрываю ближайший от меня глаз. Ну, к примеру, он у нас ранен, да? Я его закрыл. И делаю несколько таких кругов опять под ухом. Закрываю глаз. Второй у меня открытый, да? Под ухом, закрываю глаз. Чтобы перейти на другую сторону, смотрите, что делаю. Я делаю оборот опять вокруг головы и закрываю глаз уже сверху. Второй. И опять иду куда? Под ухо. И опять делаю несколько слоев. То есть впереди у меня должен что получиться? Крестик. Крестик видим? Точно такой же крестик, повернись к ним затылком. Мумия. Точно такой же крестик должен получиться у меня сзади. А ушки нашу повязку что? Держат, чтобы она не сползала никуда. Поэтому даем ему подержать бутылочку с зажигательной смесью и говорим, иди прямо. Вы помните знаменитую картину «Оборона Севастополя»? Да что вы? Такой замотанный боец. Да, замотанный боец с гранатой под танки бросается. Ну, глаза замотаны и под танки. Вот, повязка. То есть мы делаем сначала монокулярную на один глаз, потом делаем что? Бинокулярную на два глаза. То есть монобинокулярная повязка. Понятно, как мотается? То есть замотали вокруг головы. Можно начать сверху. То есть тогда мы делаем, как бы, если сверху, то мы делаем, закрываем противоположный глаз. Да? Ну вот, шли здесь-здесь и пошли на противоположный глаз. Замотали, делаем 5 оборот головы, под ухо и закрываем близлежащий к нам глаз. А вот то есть, если снизу, под ухо... А? У него складка брови, у меня что, вот этим перекрестием? Это не крестишься? Это брак. Брак производства Александра. Да, немножко у него бровь тут. Так. И уши с кожей. Я ничего... Ну, можно, конечно, уши не закрывать, но...